Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Sumo Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходите во вкладку Exploits и скачивайте чит от Hydrogen, либо же Hydrogen, без разницы как называть. А когда вы будете его скачивать, обязательно его нужно скачивать через эмулятор Android. Потому что если вы скачаете на ПК, то он у вас установится, естественно, на ПК. Вот. А также видео-гайд о том, как его скачать, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. А далее, в поиске пишем нужный нам режим. Я напишу Sumo Simulator, потому что сегодня на него показываю скрипт. Нажимаем поиск. И вот находится один скрипт на этот режим. А я потом, после записи видео, еще поищу скрипты. Если какие-то новые скрипты найду, то обязательно их добавлю. А для того, чтобы получить нам этот скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в эмулятор Android в игру. Я уже зашел. Дальше нажимаем вот на эту стрелочку. И нажимаем на Execute Clipboard. Дальше сворачиваем чит. И вот появляется скрипт. Отлично. Так, давайте тестить. Первая функция — это бесконечная победа. Так, давайте немножко отойдем. И включаем, смотрим, что происходит. Как видите, в принципе, довольно быстро у меня начинают прибавляться победы в большом количестве. Ну, не совсем в большом. Сначала много прибавило, 30 тысяч. А вот сейчас 60 тоже прибавило. Короче, оно сначала прибавляет где-то по 1000, а потом сразу по несколько тысяч добавляет. Нифига себе, вот это круто. Отлично. Как видите, у меня очень много побед становится. А дальше, матч фарм — это получается, как я понял, скорее всего функция для сражения. Давайте попробуем. Да, с помощью этой функции вы будете автоматически с кем-то сражаться. Так, у меня, надеюсь, силы хватает. Да, силы хватает. Вот, и тем самым, получается, мы тоже зарабатываем победы. Но с помощью этой функции мы зарабатываем намного меньше побед. Так, давайте быстренько его победим. Все, победил. Отлично. Все-таки для побед лучше использовать первую функцию. И последняя функция — это Auto Hatch Best Egg, то есть 8 миллионов. Но у меня не хватает. Как видите, у меня оно не открывается. В принципе, на этом по функциям все. Ну, самое главное здесь то, что прибавляются победы в большом количестве. И с помощью этих побед вы сможете быстренько купать яйца с питомцами и открывать новые локации. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан, всем удачи и пока.